Дорогие друзья, здравствуйте! Я вас очень всех рада видеть на втором концерте фестиваля «Пять вечеров». Да-да-да, все пока собираются, мы уже вот-вот-вот-вот начинаем. Сегодняшний концерт продлится, я бы сказала, полтора часа с хвостиком. Лучше отложить время до 21 часа. Будет звучать хоровая музыка, притом и новая, и новейшая, и будут премьеры. И вся эта музыка будет очень разная. Но вся будет символизировать сегодняшний день в представлении композиторов, которые ее написали. Многие из композиторов находятся в зале, и будет возможность посмотреть на них после того, как сочинение будет исполнено. Что для меня всегда очень сильно интересно, так сказать, взглянуть в глаза. Да? Представляем себе всегда композитора, может быть, иначе, а потом можно посмотреть, как в реальности. И первое сочинение, которое прозвучит, написал Родион Щедрин. И у него такая интересная история. Давайте вам сначала прочитаю слова, которые будут звучать в хоре. Слова очень интересные. Обнаружили воровку, что похитила веревку. Уголовный кодекс в силе. На суде ее спросили. Отвечай ты нам, воровка, для чего тебе веревка? И ответила девица. Я хотела удавиться. Вот такие оптимистичные слова у этого произведения. Это слова Глазкова. Но интересно то, что Родион Щедрин, после того, как услышал это произведение в апреле в исполнении камерного хора Московской консерватории, сейчас который я объявлю, подождите, подумал и решил посвятить это произведение руководителю хора, который сегодня будет дирижировать. Настолько хорошо оно было исполнено. Надеюсь, я достаточно вас заинтересовала, и поэтому сейчас я торжественно приглашаю на эту сцену камерный хор Московской государственной консерватории имени Чайковского под управлением профессора и дирижера Александра Вячеславовича Соловьева. Итак, камерный хор Московской государственной... Давайте еще раз я попробую. Камерный хор Московской государственной консерватории под управлением Александра Соловьева. Родион Щедрин. Притча. Thank you.
Мне вот в этом сочинении очень нравится начальный восходящий мотив, абсолютно невесомый. Он меня просто в какой-то ужас повергает с самых первых нот. А потом, когда все хором поют, мне кажется, что я на допросе, а не та воровка с веревкой. А сочинение, которое сейчас прозвучит, написал Михаил Симаков, который сегодня в зале. Это будет премьера сочинения, поэтому я его еще не слышала. Но на основе другой музыки Михаила я могу сказать, что его музыка очень полистилистична. Тут он использует консонансы, приятные созвучия, отсылки к старинному. Тут что-то очень современное, в котором слышен не то Шостакович, не то совсем не Шостакович, что-то вот такое. Поэтому я совершенно не представляю, как оно будет звучать. Еще интересно, Михаил, между прочим, является одним из немногих композиторов, которые написали «Всеночное бдение». Это свое сочинение он писал 17 лет. Пока еще целиком его в исполнении нигде нет, будем надеяться, что оно появится. Итак, Михаил Симаков. «Ты сердись, как ветер, как метель» на слова Шаламова. Солист Даниил Захватошин. Ты сердись, как ветер, как метель,
Вот оно какое оказалось произведение. Я его себе не таким представляла. Мне вообще кажется, что в новой музыке есть нотки то ли переосмысления барокко, то ли переосмысления романтизма. Ко мне иногда люди приходят и спрашивают, а сейчас что, эпоха нового романтизма, да? Ну, вот как-то это чувствуется. И мне кажется, что это было вполне романтическое сочинение. Я сопереживала. Я бы здесь еще добавил, что примечателен выбор поэтического основы данного сочинения. Это слова Варлама Шаламова. И я хотел бы вспомнить, что несколько лет назад Камерный хор Московской консерватории исполнил целую тетрадь, целый цикл на слова Варлама Шаламова Юрия Анатольевича Евграфова. Мы помним это исполнение. Спасибо вам большое, что мы помним наших коллег. А произведение, которое прозвучит сейчас, написала Татьяна Шатковская. Произведение называется «Богородица Дева, радуйся». Я бы сказала, что это такая нежнейшая-пренежнейшая тональная музыка, которая ласкает, успокаивает, радует сердце. И я вот там как раз, к слову, о новых барочных и новых романтических интонациях слышу там и те, и другие. Мне интересно, как они перекликаются. Такие два времени, которые были через классицизм друг от друга, а тут вдруг работают вместе. Итак, Татьяна Шатковская, «Богородица Дева, радуйся». Thank you.
Есть такие партитуры, которые западают в душу. И вот мы впервые это сочинение исполнили в сентябре в рамках осеннего хорового фестиваля на сцене Большого зала консерватории. И вот с того момента эта партитура вошла в постоянный репертуар не только камерного хора, но и уже и Тульского государственного хора. И она звучит, и знаете, прямо так вот какое-то тепло растворяется. Спасибо, что вы приняли эту музыку на сегодняшнем нашем представителем форуме. А следующим номером прозвучит музыка Игоря Холопова на слова Германа Власова. Я встретила Игоря и Германа внизу консерватории перед концертом. Я их спросила, как так получилось, что Игорь решил писать музыку на стихи Германа. И ребята мне рассказали трогательную историю, как однажды они ехали в одном трамвае. Герман увидел Игоря и сказал: «Вы, наверное, пишете музыку?» Так они познакомились, двое суток гуляли. Но потом ребята признали, что они пошутили, и Игорь нашел стихи Германа в интернете. Я считаю, что от этого эта история не менее романтичная. Точнее, как сказать, в ней много музыкального романтизма, и музыка тоже будет красивая и хорошая. Это будут части 4 и 7 из цикла «Музыка по поводам». Называются они так: «На начало дня дай, Господи, душе покой» и «Не смотри на сверкающий ливень». Итак, музыка Игоря Холопова, стихи Германа Власова, «На начало дня» и «Не смотри на сверкающий ливень».
Следующее произведение, которое прозвучит, стало музыкальным академическим хитом этого лета. Когда оно звучало на концерте, люди попросили его на бис, и все подпевали и топали ногами, и вы поймете, почему они топали ногами, если еще не слышали это сочинение. Это будет сочинение Михаила Гоголина. У него есть хоровой цикл на тексты Чехова «Мой сад». И вот это финал этого произведения, который называется «Думайте об этом». И солист Елисей Дригалин будет играть на литаврах. Да, солируют литавры. Итак, Михаил Гоголин, «Думайте об этом». Двадцать второго.
Ух, так много адреналина в этой музыке. Вот поэтому ее и попросили так на бис после концерта. Все ушли заряженные. Да, спасибо, Елисей. Следующее произведение, которое вы услышите, написала Елена Вайнберг. Я Елену помню по композиторским читкам, которые проходили в 2020 году. И тогда я была удивлена, что музыка такая была необычная, вроде бы с современными техниками, а вроде бы с цитатой из Гийома де Машо. Я очень удивилась. Какое будет сегодняшнее сочинение, я не знаю, потому что это будет премьера. Прозвучит «Глория» из мессы для женского хора. Посмотрим, что случилось с музыкальным языком Елены. Усложнился он или, наоборот, упростился. Для всех это большая загадка. Итак, Елена Вайнберг, «Глория» из мессы для женского хора. Нам потом будут интересны очень ваши впечатления, какие аллюзии вызовут вот эти вот движения мысли композитора. Thank you.
Александру было интересно, какие аллюзии у меня возникнут от этого сочинения. Во-первых, мне показалось, что язык Елены не упростился, я беру свои слова обратно. Во-вторых, мне показалось, что это была любовная сценаристика. Я представила себе фильм Кубрика «Космическая Одиссея 2001», где космонавты высаживаются на Луну, видят этот черный монолит, а дальше какая-то сцена народных песнопений женских, и это все вместе. Это единственное, что я могу сказать по этому поводу. Если что добавить, маэстро. Мне нравится ход ваших мыслей, Аня. Ну вот мы, когда исполняем эту музыку, мы сразу возвращаемся в эпоху Баха. И сразу слышится месса си минор. Вот такие вот порхающие, совершенно требующие виртуозного умения исполнять вот эти фейертуры. Просто, девочки, спасибо вам большое. Действительно, вот это ощущение полета, как вы сказали, оно здесь присутствует в этой партитуре. Так что Бах всегда с нами. Это один из самых современных композиторов нашего времени. А сейчас прозвучит произведение композитора, правда, не такого современного, как Бах, но тоже современного. Музыку написал Юрий Толкач. Это будет музыка, я бы сказала, тональная, написанная в чем-то в традиции, но в традиции, в которой есть место и обновлению. Музыка называется «Вирджиния», и это первая часть из концерта для хора «Ландшафты» на стихи Элиота. Дирижировать будет не Александр Соловьев. Вот он сидит и отдыхает, будет слушать. А дирижировать будет Тарас Ясенков. Вы уже слышали, как Тарас поет, а сейчас он будет дирижировать. Давайте его поддержим. Итак, Юрий Толкач, «Вирджиния».
Сейчас, друзья, будет небольшая перестановка на сцене. Я буду стоять тут, чтобы вы не обращали внимания, что на сцене происходит, как будто бы ничего там и не происходит. А музыканты будут готовиться к тому, чтобы исполнять сочинения с хором и инструментами. А пока у нас есть время, может быть, Александр, давайте побеседуем о том, какая она сегодняшняя хоровая музыка. Я могу представить свое мнение на этот счет, но я думаю, что у вас оно куда как более полное и профессиональное. Значит, что я заметила после сегодняшнего концерта? Мне кажется, что музыка хоровая... Он еще не закончился. Так, прошу прощения. Еще у нас будут неожиданности. А, я поняла. Значит, что я пока могу сказать, что я пока заметила, это то, что музыка такая стала вне эпохи. То есть я слышу черты время от времени романтизма, время от времени модерна, время от времени барокко и время от времени сонаристику какую-то сложную, авангардную. А как же пуантилизм такие были у нас? Пуантилизм? Ну да, полетные. Получается и пуантилизм. И никого совершенно не смущает такая полистилистика. А вы что думаете, Александр? А вот мы как раз считаем, что действительно в современном хоровом исполнительском искусстве оно этим и берет, что в нем очень много граней. И задача, вот, когда, например, так волею судеб, я достаточно часто бываю в жюри международных конкурсов, и там вот нужно за 10 минут представить совершенно яркую и контрастную программу. И, к сожалению, вот многие коллективы приезжают, и вот им дали 10 минут, и, казалось бы, разные авторы, а такое ощущение, что вот звучит один и тот же композитор, понимаете? Ни стилистически никаких нет контрастов, ни жанровых, ни каких-то штриховых. И поэтому наша задача вот камерного хора Московской консерватории находить ту музыку, которая действительно вызывает отклик у публики, которая приходит на наши концерты. А публика приходит очень разноплановая. Я уж не буду говорить, какие она социальные слои представляет, но наша задача сделать так, чтобы хоровики пели не только для хоровиков, а чтобы пришли на наши концерты люди, далекие от академического жанра. И поэтому, вот, опять же, возвращаясь вот, к вот этому образу хронометража на международных конкурсах, вот наша задача за короткий промежуток времени убедить тех людей, которые пришли на концерты, что они пришли не зря. И вот, мне кажется, и вот построение программы в рамках 5 вечеров, вот этого замечательного фестиваля, который придумала Карина. Кариночка, спасибо вам большое за эту идею и за тот вот драйв, который вы даете нашему коллективу. Потому что какие-то партитуры действительно мы предлагаем, зная нашу большую дружбу со множеством наших композиторов, коллег. Но есть партитуры, которые вы находите, и вы находите тех авторов из регионов, которых просто судьба не свела. А вот и в рамках сегодняшнего концерта тоже вот случилось такие неожиданности. Я еще несколько авторов хотел сегодня исполнить, а мне сказали, нет, он из другого региона, но он уже звучит в рамках 5 вечеров на другом концерте. А мы должны показать действительно вот эту широкую композиторскую палитру. Поэтому ряд авторов я перенес на другие концерты, потому что я хотел их исполнить. И потому что все равно вы дали нам этот импульс исполнения этой новой музыки. И мы будем продолжать вот это движение навстречу композитора, поскольку это нам завещал основатель нашего хора Борис Григорьевич Тевлин. Все время общаться с композиторами, приглашать их на репетиции и вот действительно в общении с авторами находить, вот не просто находить, а чтобы авторы приходили, и они узнавали свою музыку. Вот в свое время один из замечательных тоже наших авторов пришел и послушал на репетиции, говорит, вы знаете, как будто вы пропустили мою партитуру через рентгеновский аппарат. То есть это не просто вот такое вот общее звучание, а вот слышна каждая линеарная линия внутри фактуры хоровой. Вот это нужно услышать, чтобы и тембрально показать, где, в каком голосе, что хотел сказать композитор. И опять же, Борис Григорьевич говорил всегда, что хороший художественный вкус –
это умение исполнить то, что написал тебе автор в партитуре. К сожалению, не все хормейстеры вот следуют этому принципу. Некоторые хотят проявить себя, а проявлять себя нужно только исходя из тех пожеланий, которые нам дает автор. Поэтому я благодарен композиторам, которые доверяют свои партитуры камерному хору Московской консерватории и Союзу композиторов России. Спасибо вам, друзья. Сцена готова? Друзья, мне кажется, речь Александра была уже тоже музыкальным произведением. Я получила определенную порцию эмоций от нее. А сейчас нам предстоит послушать чудесную музыку, чудесную, которая будет называться «Зимняя сказка». Это будет концерт для хора, валторны и инструментального ансамбля. От себя хочу заметить, что партия валторны очень непростая, ее будет исполнять очень именитый лауреат, поэтому обратите, пожалуйста, на эту партию внимание. Солистом на валторне будет Аркадий Шиклопер. Шиклопер. Шилкопер. Шилкопер. Простите, Аркадий. Ага, хорошо. Добрый вечер. На валторне будет играть замечательный, всемирно известный музыкант Аркадий Шилклопер. Я счастлив, что он будет исполнять мою музыку. Я пошел на сцену. Секундочку. Сейчас с вами разговаривал Александр Леонидович Клевицкий, художественный руководитель оркестра и главный дирижер оркестра, заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель и главный дирижер Академического Большого концертного оркестра имени Юрия Силантьева и композитор. То есть Александр Леонидович написал музыку и будет за дирижерским пультом. Итак, Александр Клевицкий. «Зимняя сказка». Друзья, на сцене лучшая часть оркестра имени Силантьева.
Thank you.
Ух! Я испытала очень много эмоций. Я все думала, вот здесь немножко как будто Чайковский пришел, рукавом провел. А здесь немножко Стравинский пришел. Да, Александр Леонидович? Большое спасибо, друзья. Спасибо и вам. Так оно и есть. Друзья, наш концерт приближается к концу, чего не скажешь о фестивале, который будет продолжаться и завтра, и послезавтра. Помните, да, что в этом году фестиваль хоть и называется 5 вечеров, но вечеров в нем 6. Вот так вот. И сегодня только второй, поэтому приходите обязательно, пожалуйста, на все оставшиеся концерты. Там будет не менее интересно и эмоционально, как сегодня. Я сегодня вообще большое удовольствие получаю. И сейчас в завершении нашего концерта прозвучит музыка Антона Валерьевича Тононова, который приехал к нам из Петербурга. И обратите, пожалуйста, внимание на балкон. Детский хор будет петь с балкона. Вот такое интересное акустическое решение. Итак, прозвучит два произведения. Первое «Не бойтесь, люди, завтрашнего дня» на слова Поляковой. Солисткой будет София Красненкова. А второе сочинение называется «О, светло-светлое» из цикла «Пасхальный триптих». Вот в нем будет участвовать детский хор «Пионерия имени Струве» под руководством Елены Веремеенко. Итак, Антон Тононов, «Не бойтесь, люди, завтрашнего дня» и «О, светло-светлое». Ну уж нет, теперь я его объявлю. Дирижер Александр Соловьев, наш любимый маэстро. Thank you.
композиторов также хочу пригласить на сцену. Друзья, пожалуйста. Елена Александровна. Друзья, ну на этой чудесной, светлой ноте я благодарю всех композиторов, которые написали музыку к этому концерту, которая была исполнена. Выражаю благодарность вам за то, что вы слушали ее с таким вниманием и с такой любовью. Ну и, конечно, художественному руководителю хора и профессору Александру Соловьеву. Мы прощаемся с вами ненадолго. Приходите завтра. Это был только второй из шести вечеров. Всем до свидания. Спасибо.